Всем доброго дня. Дальше продолжаю снимать свой день. Короче говоря, я постиралась белье. Буду развешивать. Там у меня веревка занята, так как там белье еще не высохло. Значит, буду на другие веревки весить. Ну, тут, по идее, немного. Тут пара простыней, да, под одеяльник. Ну, плед не под одеяльник. Ладно, иду развешивать, то холодно на улице. Я раздета вышла. Ваня тут сидит, играет. Ваня, что такое делаешь? Мы на ночь из чьей игрушки. Знаете, куда всегда убираю на ночь? Вот под эту кроватку. Туда. Убираем и все. Ваня сейчас играет. Опять стул сюда подвинул. Зачем стул? Я, кстати, на стуле я делаю вот эти вот силиконовые колпачки. Чтоб линолеум не портил. А Марина что делает? Рисует? Карандаши достала? Видите, сколько у них карандашей, ручек и всякое. А тут были в этой конфетке. Да, это вчера вам приносили конфетки, да? Угу. Аленка, наверное, я не знаю. Ну, Аленка. Все, развесила я белье. Да вот эти вот. Видишь, помнишь, вчера ты кушал такие, да? Это мамина. Развесила белье, короче говоря, и поставила уже другую. Стираться скоро Машенька со школы придет. Надо еще сейчас цветы полить. Да? Чудо-пюрешка. Чай тут сидят, пьют с молоком. Вот любят они чай с молоком. Хорошо, Марина, все. Ждем, сейчас Маша придет, и потом нам надо кое-что с Машей еще заснять. Господи, ты чудо. Ты прям готова через меня прилететь. Тебе что с глазиком опять? Тима ее косявит. Ай, меня нюхает, всегда так нюхает. Да? Многие говорят, какая она страшная у вас. Не, она у нас хорошая девочка. Ну, я понимаю, что многим не нравится, зато от нее шерсти нету. Да, Василиса? А, Василис? Привет. Ладно, дорогие друзья, дальше делами занимаемся. Марина тут рисует. Да, Маришка? Чай пили с печеньками, опять рисует, сидит. Что это у тебя такое будет? Это кофе, а тут я света. Это тоже света. Ну, все понятно, ладно, рисуй. У нас сегодня пришел Василек, Катя на день рождения, поэтому сегодня заберем с почты и распакуем чуть попозже. И тут вот я делала, покупала как-то мозаику, помните, 3D-мозаику. И на канале Влог Рукоделия скоро выйдет видео, как дети ее собрали, что из этого у нас получилось. Дорогие друзья, многие говорят, Настя, мы хотим тебе помочь, скажи, как? Вы мне хорошо поможете, если вы подпишетесь на канал или «Жизнь с домашними животными», или «Влог рукоделия», чтобы там набрать 1000 подписчиков и 4000 часов. И тогда было бы очень хорошо. Было бы хорошо, если бы там тоже хотя бы раз там, в полгода зарплата была бы. Но вот пока там не получается набрать нам подписчиков. Если вы подпишетесь, это будет огромная помощь для нас. И нам этого вполне хватит. Ладно, дорогие друзья, жду Машеньку. Скоро Машенька должна с школы прийти. Что-то Мася туда побежала. Скорее всего, Маша, наверное, сейчас придет. Раз Мася туда побежала. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. У нас день. Я пошла на почту. Света с маленькими оставила. А муж поехал до своей мамы. Она просила кабачки. Хочет что-то приготовить из кабачков. У нее нет своего огорода. Поэтому она попросила, он повез ей кабачки. Сама она не хочет ехать к нам. Так он сам поехал. Ну, вот такие вот дела. Я пошла на почту, там должен прийти Василек. Но я позвонила, сказали, что там что-то пришло. Пойду заберу. Вот у Катюха очень ждет. Ладно, идем на почту. Яму, кстати, у нас все еще не закопали. Я не знаю, что они все еще
Вот как-то так у нас тут дожди все были, опять лужа появилась большая. Я сразу перехожу дорогу. Всегда вот здесь перехожу. Редко случай там иду. Ладно, идем на почту. На обратном пути, наверное, зайду, возьму кефир. Хочу что-то это постряпать что-нибудь вкусненького деткам. Ладно, идем. У нас, видать, койка стоит не для Вани, а для кисы. Вы посмотрите, как человек спит. Это чудо мое, сладкое. Кто-то спит, ей тут хорошо, тепло от печки. Да, Василиса? Наш человечек, ребятенок наш маленький. В декабре годик будет ребятенку. Дети ждут, да. Ну, твоя койка-то. Ребятеночек наш маленький. Оксана уже со школы пришла. Оксана, поздоровайся. Да. Вот такой вот у нас ребятеночек. Что ты сюда бросила? Ребятенок наш маленький спит. А тут печка тепло, хорошо, и она тут все время спит. Дорогие друзья, у нас время вечер. У меня Оксана пришла со школы, и мы сейчас будем с ней делать уроки. Сейчас она пришла и говорит, что там что-то по-английскому мы неправильно сделали. Надо будет переделывать. Сейчас пытаемся в ЭПОС зайти. Что-то все пишут, что вот несколько человек написали, что не могут в ЭПОС зайти. Я еще не заходила сегодня. Так, давай мне тетрадку по-английскому и объясни, что там надо было. Там надо было самостоятельную работу сделать. Пусть самостоятельно. Нам надо было это... Я сделала, но у меня все нет, неправильно. Это вообще не надо было делать. А где самостоятельно это? Вот. А... Нет, ты мне объясни, а где это самостоятельно? В учебнике или просто на книжке, на доске было где-то? Надо было... Всем привет, дорогие друзья. Оксана, поздоровайся. Оксана кушает бананы, кашу села кушать. А мы сделали перестановку. Вот этот стол мы оттуда передвинули сюда. А этот стол отсюда, короче, туда переставили. Вот так вот теперь у нас получается. Но я сейчас тут еще прибираюсь. Оксана сейчас поест, и я буду дальше здесь прибираться. Так, Оксана? За уроки сядет сейчас еще. И вот так вот у меня получилось. Напишите, как вам, мне кажется, так намного лучше стало. И мне удобно стало вот в эти шкафы залезть. Там из-за холодильника я не могла. Здесь мне намного удобнее стало. Ну, вот как-то так вот мы сделали. Ну, остальное все так же оставили. Пишите, как вам. Погода сегодня, кстати, хорошая. Я сегодня ничего не снимала из-за того, что вот делали все вот это вот. Прям. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и хорошего настроения. Вот такой вот, ребят, у нас был день, потом ничего не снимала из-за того, что у нас просто перестановка была сегодня. Или работать, или же снимать. Что-то одно надо было выбирать. Мы выбрали работать, поэтому я ничего вообще не снимала. Но только потом показала то, что у нас получилось. Напишите обязательно в комментариях, как вы. Ну вот пространство стало больше, особенно вот здесь, возле печки, стало пространство больше. Стол меньше выпирает, поэтому классно стало. Да. Ладно, дорогие друзья. Да, Ваня тут заметил, что мы повесили. Ваня, а вот тебе свою щеточку сюда вешать я сделала. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у нас был день. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Скоро будет у нас на 7000 подписчиков. Как мы наберем с вами 7000 подписчиков? Будет розыгрыш, который все очень долго ждали. У меня уже приготовлено все для розыгрыша, только разыграть надо. Поэтому подписывайтесь, чтобы побыстрее набрать 7000 подписчиков. Ладно, дорогие друзья, на этом видео завершу. Всем говорю пока-пока. У нас уже вечер. И я сейчас сидела, писала заявление. С Оксаной уроки сделали. Написала заявление в школу. У нас, короче говоря, во время каникул будет у детей площадка. И как многодетные мы по 150 рублей за эту площадку платим на 7 дней. И у меня упадут Катя, Маша и Оксана.
на площадку, написала заявление, сразу туда денежки у меня были. Я отлаживала заранее на площадку, положила туда денежку, и завтра дети унесут. Вот так вот. Напишите, чем ваши будут дети заниматься в каникулы. Света у меня не пойдет, она наказана будет из-за того, что она плохо себя ведет. Немножко у нее поведение подшатнулось, поэтому я ее наказываю, она никуда не будет ходить, на все каникулы у нее отберется телефон. Будем проблему так решать. Раз она не хочет по-хорошему, я с ней уже беседовала, но это все без толку. Егор, он у нас вообще никуда не любит ходить, поэтому он у нас каникулы, как всегда, дома сидит и ничего никуда не ходит. Он не любитель, он у нас домосед еще тот. Так что вот такие вот у нас дела. Вот такой вот у нас был день. Немножко поснимала, что смогла, но не все снимала. Да, кстати, стеллаж мы сделали для детских учебников школьных. Ну, там еще не все. Там плед лежит. Это у нас Василиса постоянно туда залазит. Маша взяла и плед положила. Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Мы поели арбузика. Арбузик такой вкусный. Пофоткались немножко. Ваня с арбузиком так фоткался. Ну, фотографии я эти показывать не буду. Ну, вот такие вот дела. Вот такой вот у нас вечер был. Сейчас у нас время 21:30. Будем скоро спать ложиться. Да. Так что будем ложиться спать. Ладно, дорогие друзья, всем желаю всего самого хорошего. Я вас очень всех люблю и всем говорю пока-пока.